Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Многие из вас любят, интересуются и покупают турецкий текстиль, используют его дома. Сегодня мы с вами идем в магазин Мюмин Текстиль, который многие из вас уже знают. Он известен не только своим качеством, качеством своих товаров, но и очень доступными ценами. Магазин Мюмин Текстиль находится в районе Пятничного рынка, совсем недалеко от магазина LC Waikiki. Вот вы видите, магазин LC Waikiki, с той стороны вход, и повернув за угол магазина, проходите мимо такси, и буквально пройдя метров 20, вы попадаете вот в такую вот небольшую улочку и увидите магазин Мюмин Текстиль. Если вы приезжаете на автобусе на пятничный рынок в Алании, в центр Алании, на автобусную остановку, то найти магазин также очень просто. Приехав на конечную станцию, автобусную станцию в центре Алании, выходите из автобуса, поворачиваете направо, увидите большой фонтан и вот этот вот спуск вниз, и прям идете практически до конца вот этой небольшой улочки и увидите большую вывеску магазина Мюмин Текстиль. Здесь логотипы всех компаний, которые продаются в этом магазине. Ну и, конечно же, большая-большая витрина с логотипом компании Мюмин Текстиль. Вот именно так он выглядит. В этом магазине, в магазине Мюмин Текстиль, работают ребята, которые прекрасно говорят на русском. Это Халиль, привет, которого многие из вас уже знают. И еще один русскоговорящий сотрудник. Мирза, который также поможет вам сделать покупки в этом магазине без какого-либо языкового барьера. Друзья, от магазина Мюмин Текстиль в этом году для всех, для вас бонус. Вы любите Аланию и, конечно же, увозите из Алании большое количество сувениров. Поэтому от магазина Мюмин Текстиль всем, кто сделает какую-либо покупку в магазине, в подарок вот такое вот полотенце для рук, которое можно повесить на кухне или в ванной для памяти с потрясающей красной башней, закатом. В общем, обязательно приходите и получайте ваши подарки. Не только эти, разные расцветки и разные рисунки тоже есть. В общем, всем, кто сделает покупку, подарок еще и полотенце. Конечно. Здравствуйте, я Халил, работаю здесь, на Мюмин Текстиле, магазин «Домашний текстиль». У нас в основном разные полотенце. Ну, где-то 20 разных полотенце в разном качестве. Они начинаются от 5 долларов, например, или долларов, или лиром, от 40 лир и выше. Любым ценами есть. Есть у нас жаккардовый, например, 100% хлопок, вот такого. 70 на 140. Жаккарда это выбитый, у нее там 100% хлопок. Есть вот такие, которые мадаловый. Это мадал, это как новые растения, как бамбук. Вот можете посмотреть. Конечно, не 100%, 50 на 50. 50% мадал, 50% хлопок. Микрохлопок, который после стики еще пушистее, еще мягче бывает. И очень хорошо воду впитывает. Два разного вида у них есть. Они чистый 100% хлопок. Конечно, они очень пушистые и очень мягкие. Велюровые есть у нас. Органика есть, которая не крашеная, чистый цвет хлопка. Есть с двумя нитями. Есть бамбук с хлопком. Есть вафельный, который... Сейчас покажу вам. Вот в таком плане. Конечно, верхняя часть у него вафельный. Внутри идет у него махра. Очень хороший, очень... Хорошо воду впитывают они. Цена тоже начинается от 40 лир и выше. Любым ценами есть у нас полотенце. Конечно, есть люди, которые именно хотят, что как подарочные, с надписью Маланием, вот таким вещами, вот с вышивками, они тоже есть у нас. Если хотите опт, тоже есть у нас вот такое полотенце, которое 6 штук. Так, когда клиенты так покупают, их выгодно, потому что там 6 штук и цены приемлемые получаются. Я очень люблю полотенца, которые не мягкие, которые впитывают влагу очень быстро. Халиль, скажи, пожалуйста, какое полотенце ты посоветуешь мне? Вот это вот, мне кажется, идеально будет впитывать влагу, да? Если знаменитые фирмы, вот, например, Özdilek есть у нас,
Ой, вот это тоже хорошо. Да, будет тоже жаккардовый, очень хороший, вот от фирмы Везделек. И тачерский есть, конечно. Вот эти вот просто классные, супер. А сколько, например, вот на такие полотенца цены? Именно он 60 лир стоит. 60 лир, да? Именно он. Ага. А если говорить о больших банных полотенцах, вот прям которые, слишком да, большие, какие вот, у вас есть? Например, метр на полтора есть, конечно же. Ага. Сейчас один я вам покажу. Это метал, метр на... Ага, прям большой. И как да. они, вот они с этой стороны тоже хорошо, да? Это велюровый, велюровый. Верхняя часть велюровой получается. Вот она прям такое. Нижняя часть махра. Махровая. Тоже, тоже очень хороший, фирмы. Да, очень хороший воду впитывает они. Тоже шикарные большие полотенца. В отелях, кстати, всегда очень классные полотенца, но которые... Они долговечные. Да. Сколько хотите стирать, у них а вот такие как, цены на них сколько? Цены вот у него разные, начинаются, большие они, 100 вот на 150, да. Начинается от 100 лир и выше. Сейчас такие технологии, что полотенца, в принципе, какую бы вы ни купили, они все быстро впитывают воду. Конечно. Есть только разница в том, что вы любите, да? Да, какого да, это плана от полотенца. Вас вкусом уже зависит. Да. Халаты у нас на распродаже, поэтому цены, они начинаются от 100 лир и выше. Домашние, если халаты хотите, вот, например, такие велюровые, чистый велюр. Вот такие чистые велюровые, бамбуковые. Они все всего лишь стоят 100 лир. Махрово, вот такие мужские, конечно, очень популярные. Вот такие цвета у нас. 150 лир. Вафельные такие есть мужские. Есть вот такие женские. 100 лир они стоят всего лишь. Вот бамбуковые вафельные есть по 100 лир. Есть размер большемерки, вот, например, вот в таком плане. 4Х, 3Х. Разные расцветки, разные модели. Есть вот такие бамбук жаккардовые, есть очень хорошие. Если желаете, можем вам показать вот такие. Верхняя часть сатин идет, как шелк. Внутри махра идет, чтобы впитывал воду хорошо, как пиштемали. Они очень мягкие, очень хорошие, очень это не тяжелые. Есть у нас пледы. Разные пледы, конечно. Махровые пледы, вафельные пледы. Любой цвета, не только открытые, любые цвета есть у нас. Они тоже начинаются у нас от 100 лир и выше. Есть такие покрывала гобеленовые, очень хорошие, очень мягкие, очень приятные. И такие гобеленовые скатерти у нас. Любой размер, опять же, есть. От круглого, овального, прямоугольной, квадратной, все есть у нас. Постельное белье, знаете, вот разные ткани, разные цены, разные размеры. Начинается Ramfors, это ситец, сатиновый есть, сатин делюксовый есть, потом сатин жаккардовый есть, потом бамбуковый, шелковый, сжатый шелк. Все такие постельные белья у нас есть и разные фирмы, которые настоящие, хорошие турецкие фирмы, которые у нас есть, которые у нас распродажа идет очень хорошими ценами. Они начинаются у нас от 200 лир и выше. Есть детские, конечно, лицензионные товары, не только эти, Jurassic Park, очень много от фирмы Touch и Hobby, очень известные персонажи, конечно, очень много есть у нас. Потом есть такие наборы, которые постельное белье и плюс покрывало там идет. Они тоже у нас от фирмы Touch, они со скидкой, очень хорошо. И главное у нас, которые объемные вещи, которые мы продаем, вы покупаете от нас. Мы эти все вакуум сделаем, чтобы объем маленький стал, чтобы, конечно, вес остается, но объем маленький бывает, чтобы вам удобно было везти отсюда. В середине магазина, который стоит, постельное белье, они все у нас на распродаже. Поплиновый. Ситец, потом и, конечно, бамбуковый. Есть у нас полотенце, которые кухонные, для кухни. Вот, например, с оланем есть. Вот такие с вафельком есть. Вот такие махровые. Вот такие с купюром есть еще.
Цена у нее 30 лир. Есть на матраснике есть водоотталкивающие, есть подушки разные, есть одеяла разные. Одеяло, знаете, у нас наполнитель, да, обязательно знать, потому что наполнитель есть синтепоновые, есть синтепоновые шарики, есть еще, если натуральные чего-нибудь хочет люди, они покупают либо бамбуковый, либо хлопковый, либо с пухом. Друзья, для дома я хочу постельное белье серого и бирюзового цвета, потому что у нас все в таких цветах, и для нас это такие самые домашние, успокаивающие, классные цвета. Поэтому в магазине Мемтекстиль, помимо того, что у вас есть огромное количество каталогов, по которым можно заказать, да, вот если можно, вы, например, можно. Выберете что-то из этого каталога, в течение какого времени? 3 дня. Мы приобрели в этом магазине вот такого, да, бирюзово-серое постельное белье, это фирма Хобби. И, друзья, помимо того, что это, ну, не самый дорогой вариант, нет, да, это поплин. Не средний, а даже ниже среднего. Ниже среднего, про да. цены говорим, не качество, а про да. цены говорим. По ценам. Качество очень хорошее, потому что... Сколько я его не стирала, сколько мы его не использовали, не потеряла ни цвет, ни села, да. ничего не случилось именно вот с постельным набором марки Хобби. Причем, как Хали сказала, по ценам это такой супер, да, средний такой вариант. Да. Поэтому я вам всегда рекомендую то, что я сама использую, и вот... Например, летом прохладно, а зимой очень хорошо держит тепло. В чем особенность вот этих вот скатертей? Они гобеленовые, они в этом году очень моде, популярны, они очень. Ага, вот такого качества. Супер. Так скажем. Вот, а по качеству? Тоненький ковер как. А, как ковер, да. Ага. А по качеству хорошо стираются? Хорошо стираются, ничего не бывает. Там красок нету, главное. Там красок нету. Натуральные, да? Поэтому очень классная. Очень хорошая. И по размерам у них, вот бирочки здесь. Ну, есть, вот, есть разные размеры, 160 на 260, в зависимости от размера да, стола. Да, 220, там 3, 350, разным, круглый, овальный, все есть у нас. Да, кто любит вот что-то такого да. плана? На втором этаже в основном эксклюзивные товары. Как эксклюзивные, я вам объясню. Есть у нас, конечно, бамбук жаккардовый есть. Есть сжатый шелк от Тиво Ле Хом. Очень хорошая фирма, уже люди знают. От Царева есть вот жаккардовый, есть 3D-шные рисунки такие. Главное, они 500 нитей идет. Там 500 TC, посмотрите, все везде написано. Они очень плотные, очень хорошие. Да. Конечно, есть 300, там 200, там разные есть, конечно. От этого зависит качество ткани. Есть шелковый. Вот в таком плане, конечно, разные расцветки. Мы не можем все вам показать, конечно, очень большой выбор. Есть вот такие сатин делюкс от Царева. Очень хорошие и цены тоже приемлемые. Начинается от 400 лир и выше. Разным ценами есть. От фирмы Тача есть сатин делюкс, очень много и расцветки. Зебра Касса, который тоже очень известный, очень хороший. Вот разные расцветки. Люди уже знают, доверяют эту фирму, уже проверенная марка уже Зебра Касса. И главное, у них есть handmade, ручная работа еще. Сатиновые, конечно, сатин делюкс, 200 TC они там. И от фирмы Özdilek есть с вышивками, вот такие, потом с купюрами есть, конечно. Цена начинается от 300 лир и выше, конечно, разным ценами. Опять же, на втором этаже у нас эксклюзивные товары, жаккардовый, бескрашенный. Здесь от фирмы Issimo, очень известная фирма. Здесь эксклюзивные товары Issimo, а здесь... На левом, на правом стороне они сатиновые или 3D-шные рисунки, очень хорошие. Опять же, там они разные, разные рисунки. И есть еще вот такие однотонные. Есть люди, которые не любят там это краски, там любят однотонные. Однотонные, они всегда это в моде получается. Покрывалы тоже от Зебра Касса, от QZD, они... Handmade, ручная работа получается, поэтому
не посмотрите, опять же, они большие, там объемные, мы не можем их покупать. Мы можем эти все сделать вакуум, и они маленькие станут, и вам удобно будет. Знаете, постельное белье размера разные. У нас есть 160 на 220, который полутораспальный называется. Есть еще 2 на 220, это стандартный размер, двушка. Это еще есть еще семейного. 160 на 220, две штуки. Они у нас, вот это район, все они так семейного получается. Семейные размеры. А, кстати, у нас есть еще king size, которые самые большие размеры. Есть покрывало, которое у нас на распродаже идет. Например, от фирмы Touch. У них цена у нас 400 лир. Опять же, сделаем вакуум, даем. Очень хороший, очень проверенный марк, очень качественные товары. Покрывало или покрывало с постельным бельем. Кто как любит. Есть некоторые люди, говорят, что мне надо постельное белье, цвет покрывало, чтобы постельное белье подходило. Есть вот нижний ряд, они все с постельным бельем идет. Все с постельным бельем. Конечно, постельное белье тоже разное. Да. Жаккардовые есть, пестротикань есть, и хлопковые есть, просто ранфорсы есть. А здесь жаккардовые покрывало, все жаккардовые. От фирмы Сарева есть, Зебра Касса, опять же. От фирмы Özdilek есть очень популярный. Разные расцветки, вот здесь они. Touch фирма, жаккардовое постельное белье, белый. Эта серия здесь, они тоже у нас на распродаже. $70 стоит. Потом есть у нас тюли. Здесь разные, 50 разные тюли. Полистать можете, любой можете это выбрать. А цена у нас начинается от 30 лир и выше. Домашняя одежда, конечно. Есть летные, есть зимные. Потом пижамки есть. Шелковые, сатиновые есть. Потом бамбуковые есть. Пнюярчики есть. Ночнушки есть очень много. Главное, большие размеры есть. Люди очень много ищут. Вот, от 7XL, от с S-ка до 7XL есть у нас ночнушки. Халиль, ты очень много говорил про вот эту вот марку. Скажи, пожалуйста, в чем особенность этой марки, вот именно марки Сима? Они, главное, очень качественные. Главное, очень качественные. И много выбора у них. А, и по цветам, да? По цветам и по качествам, по составам они очень... А состав какой? Состав... Бамбук с хлопком есть, тенцел хлопком есть, модал есть, шелк есть, сатин, сатин делюкс есть, вязь есть. Натуральные хлопковые, вот можете посмотреть, некрашенные, чистые хлопковые. Верхняя часть шелковая. Нижняя часть сатин делюкс идет. Вы, главное, будете спать на хлопке. Не в шелке, а в хлопке будете, в сатине будете спать. Да. Шелк здесь использован. Ну вот здесь видно. Вот внизу это у нас идет что? Хлопок. Хлопок сатиновый. Вот, хлопок, а вот здесь сверху шелк. Сверху шелк. От 100 долларов, от 800 лир и выше. Это двуспальные? Конечно. Три наволочки, две хлопковые, две шелковые. А вот это какой шикарный набор. Это в составе у него бамбук, поэтому он так мягкий. Потрясающе. Да. А вот такой вот примерно сколько стоит? 56% бамбук. Они стоят свой 200 лир у нас. Все, друзья, я нашла, что я хочу. Да, 200 вот этот лир. Набор. У него еще другой цвет тоже есть. Если... Вот такой вот есть. Так, кремовый тоже есть. Кремовый. Но черный это просто моя мечта. Очень красивый. В общем, домашняя одежда. Кстати, его можно и как и спортивный костюм использовать. Ну, как спортивный тоже, костюм, да, можете. Поэтому на любой вкус. Кто хочет большие размеры, кто хочет вот такие вот шикарные костюмы. Шортами. Просто потрясающе. Шортами, с брючками. Маечками, брючками, футболками. Пиньяч. Совершенно разные цвета. В общем, нужно просто приходить. Зимние, летние, все есть у нас. Приходите. А даже мужские тоже есть пижамки. Друзья, как вы видите, в этом магазине просто огромный выбор самой разной домашней одежды, покрывала, постельное белье, наволочки, все, что хотите.
И что самое главное, я вам сказала в начале, на любой вкус. Кто любит что-то однотонное, простое, даже отельного вида полотенце и постельное белье, до супер-мега вот таких вот эксклюзивных вещей с выбивкой или с какими-то цветами. Поэтому, Халид, приглашайте всех в магазин. Пожалуйста, подходите, поможем. Говорите, что от Насти еще подарок сделаем, конечно. Да, обязательно приходите. Приезжайте в Аланию, приезжайте в Турцию, приходите в магазин Мементекстиль. И я уверена, на своем опыте знаю и рекомендую вам этот магазин. Знаю 100%, что вы будете довольны и качеством, и ценами. Здесь все сбалансировано. Поэтому, дорогие друзья, пишите обязательно в комментариях, были ли в этом магазине, что вам понравилось. Обязательно смотрите в описании к этому видео ссылку на карту места расположения магазина, социальные сети и номер WhatsApp, по которому заранее вы сможете связаться с Халилем и узнать цены, ассортимент и так далее. Поэтому приезжайте в Аланию, в Турцию, в магазин Мементекстиль. Желаю вам всего хорошего, будьте здоровы, всем пока-пока. Удачи!